Он был первенцем великого поэта. И звали его тоже Саша, Александр Александрович Пушкин. Младший Пушкин родился 6 июля, вскоре крещен в церкви Иоанна Предтечи в Петербурге в 1833 году. Сын поэта пошел по военной части. В 36 он полковник, герой Крымской войны. За бои с Османской империей он награжден как командир гусарского полка золотым оружием за храбрость и орденом. С 1880 года он в свите его императорского величества и генерал-майор. С 90-х Александр Александрович начал курировать образование крупнейших женских институтов Александровского и Екатерининского. А с 1895 года он опекун всех благотворительных учреждений императрицы Марии. Его добросердечие и интеллигентность восхищали всех, кто с ним сталкивался. После смерти жены генерал остался с 11 детьми на руках. Известно, что, несмотря на большую занятость, он смог дать тепло всем своим детям. В 1914 году, в первый день Первой мировой войны, Александр Александрович, потрясенный известием о вступлении в боевые действия России, ушел в свой кабинет и там умер от сердечного приступа. Сына поэта хоронили возле церкви в селе Богатищево. В 1963 году церковь была властями разрушена. И тогда, по просьбе потомков, прах Александра Александровича был перезахоронен у церкви в усадьбе Лопасня-Зачатьевская. Православный сын великого поэта прожил достойнейшую жизнь, наполненную подвигами за веру и неизменной любовью к ближнему.